Всем приветики! У меня уже давно были проблемы со звуком, и вот вчера я решил переустановить драйвера на звук, чтобы решить эту проблему. И в итоге полдня я провозился с этими драйверами, потому что возникли проблемы. То есть у меня стояла версия драйверов 2.79. И я решил установить версию посвежее 2.82. Когда я установил, пропал диспетчер Realtek. То есть вот эта вот программка, она больше уже не открывалась. То есть сами драйвера не установились, потому что видно было, что эти все устройства система знает. То есть, ну, сначала драйвера удаляются, все эти устройства пропадают, и устанавливается стандартный Windows 7 драйвер для звука. А после установки драйверов появились снова все эти устройства, но вот это окошко, вернее, эта программа диспетчер Realtek HD, она уже не появлялась. Я подумал, что может быть это проблема. Может быть, в установке бывает же такое, что ты ставишь, устанавливаешь программу, и что-то там в процессе установки пошло не так, что-то где-то заглючило, и что-то не установилось. В итоге удалил, установил заново, это все с перезагрузками. Удалил, перезагрузи, установил, перезагрузи. Нет, все равно оказалось, что то же самое. И у меня, я тогда скачивал, здесь было 8, не 9, а 8. Я уже. То есть это посвежее я нашел. Тогда у меня было 8, я ее устанавливал, удалял, нашел девятку. Установил девятку. То же самое. И в итоге, как оказалось, проблема в самих драйверах. То есть в комплекте с драйверами идет программа. Ну, то есть, чтобы вы понимали, драйвера это то, что объяснит системе, что за устройство к ней подключено. То есть вы подключили какую-то железяку, система не знает, что это за железяка. Вы устанавливаете драйвера, и они объясняют системе, что это за железяка. Она уже знает, что это за железяка. Но чтобы этой железякой управлять, вам нужна программа. И вот, собственно, сама эта программа, она вот и не работала. То есть не запускалась. И все дело в том, что в комплекте с драйверами идет программа, которая плохо работает. Ну или не работает вообще, ты ее запускаешь, она закрывается и даже окошко не появляется. И в итоге я скачал версию программы посвежее. То есть у меня вот сейчас 8625 версия программного обеспечения. А стояла у меня версия, которая шла с драйверами, вот этими вот в комплекте. Версия была 81.86, и вот именно в ней проблемы. До этого у меня версия была, вот это вот то, что на конце как бы. Версия программного обеспечения в 2.79 у меня была 77.27. Там все нормально, и вот в этой, которая самая свежая, 86.25, тоже все нормально. А та, которая идет программка вместе с этими драйверами в комплекте, 81.86. Вот именно в ней проблема. Поэтому, если у вас такая же проблема, и вы установили драйвера, и у вас такая же версия 81.86, то вам нужно просто обновить не драйвера, потому что вот даже когда вы устанавливаете драйвера, у вас появляются все эти устройства. Это говорит о том, что драйвера установлены и все работает. У вас именно проблема с программной версией. То есть вам нужно просто обновить версию вашей программы на программу более посвежее, вот как у меня, например. Вот. И вот с этим вот я вчера полдня реально мучился, то устанавливал, то удалял, то скачивал другие версии драйверов, то в итоге ничего не получалось, пока я не нашел отдельную версию программы. Ну, без драйверов, просто программа, которая посвежее как бы. И вот с ней все заработало. И снова появилось это окошко, именно реалтековское, где можно настраивать всякие эффекты, все такое, но как бы без нее
Я часто тонкомпенсацию использую, когда звук тихий. Можно сделать его погромче для тонкомпенсации. Ну, то есть, как бы, такая удобная штука, я уже без нее как-то и как-то и непривычно. Я постоянно залаживаю этот диспетчер. Вот, так что, если у вас такая же проблема, то теперь вы знаете, как ее решить. На этом все. Всем покедова.